Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Тем, кто меня не знает, меня зовут Настя, и давайте же начнем. Сегодня в своем видео я хотела бы поделиться своим заказом от Avon. Это каталог 16 2016 года. Действует он с 8 ноября по 28 ноября тоже 2016 года. Итак, первое, что я заказала, это вот такой набор от Avon Care, набор кремов для рук «Красивые ручки». Сюда входят три крема. Давайте же откроем, посмотрим. Сейчас у нас осень, почти зима, уже снег выпал. У всех дома включили отопление. И кожа на руках и, ну, и везде, на лице также стала сохнуть, очень сухая. Итак, три крема здесь получается. Первое – это пчелино-маточное молоко. Интенсивно увлажняющий крем для рук. Второе. Так. Это забота глицерина, увлажняющий крем для рук и ногтей. С глицерином, кальцием и витамином Е. Так. И третье. Это органовое масло, роскошный крем для рук, ногтей и кутикулы. Вот три крема. Они все по 50 мл. Вот они. Очень интересное оформление, такое уже ближе к Новому году. Тут идут снежинки. Вот вам видно? Я вообще обожаю крема для рук, и поэтому заказала, как только увидела этот набор. Очень довольна. Сейчас понюхаю, какой же у него аромат. Кстати, цвет у него такой. Молочный, можно сказать. Ну, запах такой нежный. Тут идет пчелино-маточное молоко. Ну, есть запах вот этого пчелино-маточного молочка. Есть аромат, вернее. Так, давайте попробуем следующее. Так, следующее у нас забота глицерина. Ну, он уж прям совсем, наверное, на сухую руку. Кожу, вернее. Это уже белее. И консистенция такая более легкая. Вот эта первая была, она такая более жирноватенькая, а это более такой легкий, такой воздушный. И крем уже не так вкусно пахнет, если честно. Ну, наверное, потому что глицерин. Так. Ой, руки в крему уже. Так. И третье, это у нас органовое масло. Роскошный крем для рук, ногтей и кутикулы. Это уже у нас ухаживает также и за ногтями и кутикулой, да? Итак. Ну, этот тоже беленький. Так, о, он такой совсем-совсем легонький. Такой прям легко впитывающийся. Аромат вот как раз-таки, по-моему, вот этот самый такой нежный. Вот это именно, видимо, органовое масло. Оно вообще вот дает приятный аромат. В общем, ну, все три крема, они классные. И я думаю, что, наверное, какие-нибудь из этих кремов я даже подарю кому-нибудь. Все-таки скоро Новый год. Поэтому вот этим заказом я очень довольна. Давайте продолжим дальше. Так, дальше. Самое любимое мое я заказала. Шампунь Advanced Technic. Я вообще обожаю эту серию. Сейчас у них, кстати, новый вот этот, вот, новая упаковочка. Я постоянно пользуюсь этими шампунями. Обязательно также взяла бальзам. Там, кстати, шел набор. И масло. Масло это вообще, это что-то с чем-то. Так, давайте начнем с шампуня. Шампунь идет для любого типа волос. Ослепительный блеск. Так, сияние день за днем. Ну вот, он сам по себе вот такой, сейчас посмотрим, выйдет, не выйдет, вот такой, с перламутром, белый перламутровый, также бальзам, аромат, ой, сразу чувствуется этот аромат, а бальзам он просто такой, полупрозрачный, белого цвета. Ну, запах, я вообще обожаю эту серию, они очень вкусно пахнут, у них такой приятный аромат.
А волосы какие после них мягкие, очень легко расчесываются. Но еще также для лучшего расчесывания помогает вот это масло. Масло сыворотка для сухих кончиков волос. Почему взяла именно для сухих? Потому что сейчас опять же зима, волосы у нас мерзнут. На улице мы, получается, их портим. Они сохнут, обезвоживаются, поэтому вот такое масло, оно защищает наши волосы. Обязательно после того, как помыли голову, на влажные волосы наносите вот такое масло. Вот сейчас именно зимой я рекомендую для сухих кончиков волос. Наносите их только на концы волос, на влажные. И сушите, либо просто они у вас сохнут, либо феном. В общем, я очень люблю вот это вот масло. Так. И волосы не утяжеляют. Не знаю, кто-то говорит, может, и утяжеляют, но у меня лично с этим все в порядке. Также взяла набор гель для душа Senses и увлажняющий гель для бритья. Это у меня для мужа. Тоже люблю эту серию от Avon гелей для душа. Тут очень удобно для мужчин. Это два в одном. То есть и шампунь, и гель. Так, освежающий шалфей и сандал. Давайте понюхаем аромат. Ну, аромат. Аромат приятный. У всех гелей для душа, мужских, женских. У них все ароматы очень вкусные. Этот вообще пахнет мужским парфюмом. Лично я вот постоянно беру из этой серии. Мне нравится. Я очень довольна. Никакого раздражения, никакой сухости. Гель для бритья тоже у меня муж постоянно только от Avon. Мы уже к нему привыкли. Вот, также у него есть еще вся серия, там и бальзам после бритья. Можете заказать в каталоге. Так, далее я заказала крем для рук и тела. Ну, блин, как же без этого? Я же обожаю крема. Так, это у нас уже из серии Nutra Effects комплекс Active Seed. Тут идет бархатистая мягкость и увлажнение с экстрактом семян чия. Я уже открыла, понюхала аромат. Это ну просто что-то с чем-то очень приятный, нежный такой. Он прям легко впитывается, не чересчур жирный, то есть не утяжеляет, нет ощущения тяжести вот на теле, на коже. Тоже очень нравится, всем советую. 48 часов увлажнения написано. Ну, прям вот чувствуется вот этот вот эффект мягкости сразу же. Я наносила на тело, на руки, на живот. Вот сейчас тоже кожа везде сохнет, поэтому надо ухаживать за собой. Поэтому всем советую. Очень хороший крем. Так, далее я еще что заказала. Там акция была на туалетную воду или парфюмерная вода, как это правильно называется. В общем, Tomorrow. Но это я уже заказала не для себя. Я заказала для мамы. Потому что я считаю, что это Today Tomorrow Always, он такой более женственный. Для женщин уже более зрелого возраста. Ну, конечно, может, я ошибаюсь. Просто я люблю более нежные, легкие, сладкие ароматы. А это уже такой дорогой запах. И серия как бы дорогая уже идет. Это больше для, вот, мне кажется, вот женщин именно. Ну, это уже, конечно, кому как. Исправьте, если я ошибаюсь. Так, далее, что я заказала. Это вот такая щеточка. Ой, шуршу. Тоже от Avon. Я заказываю ее уже второй раз. Очень довольна. Вот это вот, знаете, лучше всяких пилок, шоль. Ногу распаривайте. Очень хорошо все чистится. Мне нравится. Ну, что могу сказать? Очень хорошо. Хорошая вещь, нужная. Особенно очень удобно и пользоваться, когда в баню. Ноги распаренные, мягкие прям. Все очень хорошо отходит. Так, далее. И последнее, что я себе заказала, это Avon Lux. Там, по-моему, были на сайте, они по 30 рублей. Вот. Заказала попробовать этот аромат. Не знаю, еще не брызгала. Ну вот этот аромат, он такой нежный. Он идет такой богатый запах.
не знаю, нотки тут каких-то фруктов вроде бы и цветочный аромат. Ну, в общем, он такой легкий, приятный. Вот он больше подходит мне, чем вот Tomorrow. Tomorrow он все равно как-то более женственный. Может, я еще не доросла до этого возраста. Для этого аромата, вернее. В общем, вот взяла попробовать. Если понравится этот аромат, возьму себе уже полный флакончик, закажу. Так, ну на этом видео о покупках Avon заканчивается. Также, если вам интересно, я купила себе еще уходовую косметику. Это уже в другом магазине. То есть я не заказывала на сайте. Тоже крема. Это уже идет Planeta Organic серия. Я купила себе маску для лица на арктическом торфе и каолине. Глубокое очищение. Тоже очень, сейчас осень, кожа становится такой вялой, неухоженной. Вот это вот авитаминоз, наверное, вот осенний, очень влияет на кожу. Поэтому я сейчас очень стала ухаживать за ней. Вот решила попробовать эту серию. Вчера уже сделала маску и крем для лица. Конечно, для первого раза эффекта нет такого, но вот мне показалось, что кожа все равно стала более мягкой, нежной. В общем, кому интересно, смотрим. Это значит, получается, крем для лица на арктической термальной воде. Тут идет в составе у нас термальная вода, биоактивный сок спелой полярной клюквы, микрокапсула гиалуроновой кислоты и гиалуроновая кислота сама по себе получается. Производитель пишет, что глоток влаги для вашей кожи. Кожа молодеет на глазах. Мгновенное избавление от ощущения сухости и стянутости. Для нормальной, сухой и обезвоженной кожи. Сейчас как раз вот осень, у всех кожа сохнет, дома отопление, то есть сухость. Поэтому я вот решила попробовать. И аромат, кстати, очень приятный у этих кремов. Также далее маска для лица. Тоже она тут показана как зеленого цвета, но она слегка зеленого цвета. Она не то, что тут видно, наверное, даже не видно. Она такая очень-очень слегка, такая зеленоватая. Можно сказать, больше белая, чем зеленая. Я думала, может, она через какое-то время позеленеет. Нет, она именно вот такая слегка-слегка. А это очень легкая, нежная, не забивает поры. Тоже текстура очень такая белого цвета. В общем, вот такая она. Я очень довольна этой серией. Всем советую. Ну, опять же, смотрите, у кого какая кожа. У меня, конечно, кожа она в разные времена года разная. Летом она у меня жирная, зимой она у меня сухая. Поэтому вот это именно для зимы. Вот так. Поставим сюда куда-нибудь рядышком. И взяла себе, еще даже не открывала, бальзам для губ Baby Lips. Эту серию я ни разу не пробовала. Видела у многих видеоблогеров. Еще так просто ее не открыть. Сейчас открою. У многих видеоблогеров из серии именно вот бальзамы для губ. Я вот тоже захотела. Сейчас открою. Вот я ее открыла. Поближе, чтобы вам показать. Надпись Baby Lips. Она идет от Maybelline. Не знаю, с каким вкусом. Так, ментол. Тут она, видимо, мятная. Вот она вот такая. Довольно-таки большая. Она такая, знаете, как мятная жвачка. Запах. Не знаю, попробуем, попользуемся. Если кто уже пользовался таким бальзамчиком, пишите. Я думаю, многие пользуются, просто я такая деревня, не знала, не пользовалась. Я обычно бальзамы всегда покупала в аптеках, тут решила вот в магазине прикупить. Этой серии у всех есть, и я хочу. Вот, поэтому пишите комментарии, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Это были все мои покупки косметики Avon и также других. Organic Planeta и Maybelline бальзамчик.
В общем, пишите комментарии, мне будет очень приятно почитать. Подписывайтесь на мой канал обязательно, мне будет выходить много разных видео и про косметику, и про покупки различных магазинов. Также, кстати, я уже себе сделала пробный новогодний маникюр. Кому интересно, как я его сделала, вы можете пройти по ссылке, ссылку оставлю в описании. Очень легко в домашних условиях я сделала себе вот такой маникюрчик. Если интересно, смотрите, ставьте пальчики вверх. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. До новых встреч.